У 79 жителей Чувашии подтвердился диагноз COVID-19. Общее число зараженных с начала эпидемии – более 3500. Из них выздоровели 1829 человек, 60 за последние сутки. Летальных исходов – 18. В регионе действует режим повышенной готовности. Статистика заболеваемости не позволяет выйти на первый этап снятия ограничений. Чтобы в корне переломить ситуацию, нужно действовать более решительно. Во-первых, необходимо ускорить процесс выявления носителей вируса. Сегодня на то, чтобы получить результаты анализа, уходит до 7 дней. То есть в большинстве своем здоровые люди ожидают результата на больничном 6 дней. Такого быть не должно, обратился в РИО главы региона к Роспотребнадзору. Совместно с Минздравом проведем работу о перераспределении материалов на исследование. В первую очередь в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии доставлять только образцы от больных. А в настоящее время, кроме больных, еще проводится обследование и контактных, и других категорий, которые подлежат такому обследованию. Тогда у нас выдача результатов, если мы будем на проектной мощности работать и несколько выше, мы сможем выдавать результаты своевременно. Во-вторых, муниципалитетам выделят дополнительные средства на санобработку подъездов, детских площадок, дорог и остановок общественного транспорта. К примеру, лидер по количеству заболевших Ядринский район уже получил 500 000 на эти цели. В РИО главы Чувашии Олег Николаев поручил проанализировать потребности остальных муниципалитетов. У вас средства дезинфекции есть в наличии, дефицита нету, и вы дезинфекцию общественных мест организовали в соответствии с нормативами. Я правильно понимаю? У нас запас еще достаточно. Но мы достаточно? Хорошо, хорошо. Фиксируем, что у вас достаточно. По распоряжению руководителя региона санитарную обработку мест общего пользования не будут включать коммунальные счета для жителей многоквартирных домов. Говорить об открытии пляжного сезона, по мнению Роспотребнадзора, пока рано. Это касается и детских оздоровительных лагерей. Праздничные мероприятия 12 и 24 июня планируют провести без массового скопления людей в онлайн-режиме. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов. Республика.